Санкт-Петербургская гильдия текстильщиков представляет второй международный фестиваль художественного текстиля, который проходит в Елагино-Островском дворце, музее, в конюшенном корпусе. Здесь представлена в общей экспозиции это батик. Представлены практически все три крупные школы России. Это Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург, и другие города. Это ретроспектива. Здесь представлены именно художники, все крупные художники, которые работают в технике батик, российские. Также у нас представлен конкурс «Текстильная книга». Гость фестиваля – это фарфор. Мы делаем такую небольшую экспозицию фарфора. И персональная выставка петербургской художницы Татьяны Власовой «Мгновение в шелке». Я хочу еще сказать немножко о фестивале. Дело в том, что мы первый фестиваль провели в прошлом году, и мы представляли ручное ткачество. А далее мы стали думать, и мы придумали, что следующий фестиваль у нас будет связан с батиком, с росписью. Ну, не только батик, роспись по ткани и другие техники, которые поддерживают. То есть есть много работ с вышивкой, коллаж, сделанный из батика, то есть разные. В этом смысле ограничений нет, но обязательно, чтобы было что-то с росписью было связано. Вот. Ну и еще у нас такая идея возникла, что далее мы уже пойдем как бы по пути проникновения вглубь текстиля. То есть следующий фестиваль, который будет в следующем году, мы проведем под эгидой войлока и бумаги. То есть это волоконные техники, как фабер-арт, как говорят во всем мире. То есть у нас фабер-арт, а у нас волоконная техника. И получается, что интересная такая цепочка выкладывается. Волокно, нить, ткань. Волокно, нить, ткань. То есть, и вот это триединство, мы пойдем дальше по этому пути. У нас три школы основные текстиля художественного. В принципе, это Москва, Екатеринбург и три вида текстильных материалов, волокно и полотно. А сколько художников примерно? Или точно есть? Ну, примерно, я сегодня подписывала документы, я могла бы сказать точнее, но примерно могу сказать, что примерно чуть менее 60 художников, которые работают в технике батика и других техниках росписи по ткани. Не обязательно батик. Батик горячий, холодный, просто свободная роспись. То есть там много можно поинтересоваться и найти все. То есть порядка 60 художников? Да, это только батик, да. Потом конкурс «Текстильная книга» художника, тоже порядка 60 авторов. И 4 автора, которые работают вот с фарфором. Это художники, которые так иначе связаны с императорским фарфоровым заводом. Нина Троицкая, которая ведущий художник императорского фарфорового завода. Ксения Лаврова, которая там работает как приходящий художник. Шапошникова Татьяна, она там тоже работала по договору. И Михаил Сорокин, он вот раньше работал, сейчас он уже отошел, работает, но всю жизнь там практически проработал. 270 работ. 270 работ. То есть больше 100 художников в общей больше сложности. Работ, да, вот, и больше 500 работ, да, очень 270 работ. 270, да. Точно подсчитала отдел. А это такого... Ну, это все-таки масштабная выставка. Это первая такого масштаба? Это вторая, да? Фестиваль второй. Но вообще гильдия текстильщиков проводит уже давно такие масштабные проекты. У нас есть несколько такого рода проектов. Один вот из них – это Триеннале «Остров сокровищ». Мини-текстиль – это тоже такая известная практика во всем мире. То есть представленные работы должны быть не более 20 сантиметров по всем измерениям. Да? Да, то есть это может быть объект 20-20-20, ну или меньше, да? Или 2D, ну, панно. А вот вы говорите вторая, а первая выставка здесь же была, в этих здесь же стенах, да? Фестиваль был здесь, да. Это был гобелен и корзина как искусство. То есть вам дают, ну, уже постоянный кров, как бы, да, получается, да? Ну, да? Мы впечатлили, как мы надеемся, Елагин остров, и вот в этом году, мне кажется, еще лучше. Так что, надеемся, нас хвалили.
Ну, то есть есть уже право называть это ежегодной, да, ну, выставкой. Хотелось бы, да, чтобы она так стала. Ну, стремитесь к этому, наверное, да, чтобы. Мы полагаем, кто-то располагает или как-то наоборот. Ну да, да, да. Но мы стремимся, да, мы хотим. Да, будем надеяться. Еще третий, а дальше будет. Очень приятное сотрудничество с сотрудниками Лагоноостровского, выставочные залы Лагоноостровского дворца-музея. И давайте скажем даты, да, они известны. Вот сегодня у нас открытие 7-го, да? Сегодня закрытое открытие. Закрытое открытие, а вообще выставка будет завтра официально? Завтра открыто для... До какого числа? Посетителей по 21 мая. А, то есть достаточно длительное, да? Да, очень много времени планируется посетить. Билеты недорогие, так что... Ладно, все, спасибо. Приглашаю. Спасибо.